макияж героини выполнен, и расскажу я вам о том, с чего мы начинали поэтапно. У нашей героини большие покраснения на лице, соответственно, мы их выровняли при помощи зеленого корректора, выровняли в целом тон и сделали цветокоррекцию лица. Так как обычно на свадьбах мамы плачут чаще невест, а макияж героини выполнен водостойкими средствами. Я нанесла карандаш, растушевала, сверху были нанесены тени такого же оттенка, переходящие в нежно-персиковый. Несмотря на то, что у нас нарощенные ресницы, мы нанесли сверху тушь и закрепили ее специальным средством Акваранс, которое любую тушь делает водостойкой. Теперь можно не переживать за слезы счастья нашей героини. Нашей героине предстоит еще примерка образов. Процесс очень длительный, и поэтому я нанесла спрей-фиксатор, и я не буду переживать о макияже.